Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Какус. Какус или как? Плохой, уродливый. Огнедышащий великан, разбойник, сын вулкана. По некоторым легендам, сестрой Какой. Он жил в пещере на Палатинском холме в Риме. Возможно, они были древними местными божествами огня. Вергилий в Энеиде поместил пещеру на Авентинском холме. Рассказывает историю, как Какус украл коров Гериона у Геракла и спрятал их в своей пещере. Геракл услышал мычание коров и убил Какуса. Христиане, писатели, гуманисты видели в этом эпизоде триумф добродетели над силами зла. Победа Геракла над Какусом стала сюжетом многих произведений. Например, Пуссона. Известна скульптурная группа «Геракл, борющаяся с Какусом», принадлежащая Бандинелли. На эту тему есть гравюра Дюрер. Из Википедии, согласно описанию Диодора, Какус жил на Палантине и оказал радушный прием Геркулесу. На Палантине имеется Какиев спуск с каменными ступенями, где некогда стоял дом Какия. По Дионисию он похитил коров Геркулеса, но тот ударом палицы убил Какуса, разрушил пещеру и воздвиг алтарь Зевса Еврисейского. Согласно евгемеристическому истолкованию, евгемеризм – герменевтическая теория толкования мифа, согласно которой религия возникла из культа умерших или живущих великих людей. Справка. Какус был варварский вождь, побежденный войском эллинов во главе с Геркулесом. Ну, вот так вкратце о Какусе. Какус как огнедышащий великан, разбойник, сын вулкан. Пока-пока, до свидания.